Над нами контакт, танкист. Но идем пока 90. Я его вижу, я его контролю. Будет делать заход, я скажу. Висит. Если это не шифти, конечно, опять это. Ну я тоже примерно тем же курсом. Ты тут... идешь по прямой, идешь, по низам идешь? Нет. Ниже облаков. Это немец, немец. Вот над солнцем, это который немец. Это немец. Да, 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 да. Длинный хвост. Он от солнца хочет зайти, походу. На инверсию тут выпрыгнул, сейчас будет вниз пойти. На инверсию не страшно, а вот там еще один был ниже. Я смотрю за человеком, который ниже, вижу инверсию тоже. Подобно выходим. Так, танкист тебя наблюдаю. Так, танкист, мы с тобой уже в радаре. Доворачиваем потихоньку на филд. Так, кто это? Не наш? Вот уже и немцев столько же, сколько советов. Да, тут стоит зайти, блин. 7-7. Шифти. Меня напрягает, что мы с танкистом уже около филда в паре. А ты где у нас? Отвлекаюсь, Фриц. Свай. Че ты делаешь? Отвлекаю Фрица. Отвлекаешь Фрица? Нам, наверное, стоит набрать высоту над филдом. Да. Правда, на лага. Все, лезем. Лезем вверх тогда. 70 держит. Ну, вокруг филда, танкист. В левую спираль сейчас встанем. Ты уж больно, мне кажется, вверх полез. Это... Ну, я скорость сколько? 270, конечно. Мы ждем шифти здесь, в спиральке, в левую. В левую спиральку встаем. Понял. Бы не прощелкать их на фоне неба. У вас тут радар нам пользует. Конечно, не зря сюда вот это оттягивается. Немец настырный, все, на инверсию обратно выпрыгивает. Пусть тяни его вниз, и все. Делает разгон вниз, и Европа одно слово. Мы сейчас должны быть где-то юго-западнее радара. То есть, наверное, южнее двигаемся. Иди к филду. Хочу его сзади мне оставить. Ты, наверное, вторая ступень уже? Да, вторая ступень. Ну, сейчас 2500. Вы над каким филдом я там взлечу пока? Мы над Карповкой. Сейчас я вас не вижу над радаром. На радаре. Мы себя видим в Карповке. Два контакта красного. В брифинге, если ты не увидишь. Да. А в брифинге ты не увидишь, в брифинге не показывает радар. Тебе надо появиться. Показывает. А, да, показывает. Показывает? Или нет? Я вас не вижу. Нет, по-моему, не показывает брифинг. Ладно, надо выбрать сторону, тогда будет показывать. Да нифига не показывает, ладно. Так, вот вокзал, который рядом с Карповкой, мы сейчас над ним. Полная инверсия, я на 1000 ниже. Оттягивай его к этому. Так не я его оттягивал, он меня. К филду. Так я за ним лечу. Не тянись за ним, от меня отверни, лети к филду к нам. Вы не на Карповке. Мы на Карповке. Чего с радаре? Он меня даже не видит. Мы себя видим в радаре. Ну да. А если не видит, ты черт-то с ним, давайте сядем и все, и взлетим на чем-нибудь, типа Яков.
успеть повоевать. Ну, мы сейчас что, мы слетали, помочили наземку, нам сейчас надо приземлиться, на самом деле. Давайте, бля, я на Яге стою. А, по нему зены начали быть, это с вокзала, наверное, стал. Мы ждем Шипти. Я тоже хочу, чтобы он... Шипти на свободе находится. Только никак не могу решить, то ли охотник, то ли жертва. Одиночку, блин... Да еще охота. Мы забрались на 4600. Да, и он на 5. Над этим самым вокзалом, ты же рядом. На лаге наверху мы... Палчик, мы не хуже. На лаге? Ух ты. Подождите, сейчас подойдут фоки. Шифт тогда заорёт, спасайте меня, чего вы ждёте? Фоки это не страшно, а вот сейчас подошел второй мест, который я не видел. Хорошо, что он промазал заходом. И теперь я согласен на все. Уходить в радар и все такое. Пикируй под филд. Да, я помню. Чем занимаюсь. А мы набираем, то есть, ну, 5000, чтобы было. Так, танки, а ты специально чуть-чуть это порвал дистанцию, да? Разорвал. Ну, я не тоже специально перерев пошел, я поставил 2600, пока на 2500. А ты это лезь в там 95, он 95 не греется. Ну, процентов это. Да-да, я сбавил 2600 оборот. Зашел в радар немчик. Танки. Да, пара немцев, пара там немцев. Ну, не знаю, пара или не пара, не помню. Пара. Ну, в смысле, они и, два. И ты за ними, да? Да, я за ними. Высота, они на инверсии? Почти граница. Сможешь их спустить? Нет, настырный европейец. Принято. Что, танкисты разворачиваются в эту сторону, в принципе. А чё ж заболел, у меня вообще в радаре не понял. Так, мы на инверсии выпрыгнули, ты вернее. Да-да-да, я, а чё нам делать? Ладно. Летим к шифту. Ага, вижу вас у меня слева и лечу к вам. Так, рыцарь, кажется, на меня по... один пошел. То есть у меня столько скорости нету. Да, на тебя идет. Только я вас пока оба не наблюдаю. Аккуратней. Вижу вас. Вижу оба. Оба пошли. Танкист, видишь их? Нет. Там есть зены. Высота разбираю. У вас какая? Ниже вас. Да, вот я уже разгоняюсь на одно. Так, я еще один на инверсии. Я разгоняюсь на дальнего шифте от одного типа. Хорошо, я ближнего переключу. Дальний проходит. Ну, над Карповкой, да? Так, с одним разошелся. Над Карповкой, да. Вообще, ладно. Так, мой уходит на солнце. Вверх. Мой тоже на солнце, самый высокий есть. Лезу за самым высоким, но там еще один есть. Справа от меня, он ниже, он у меня что ли разворачивается? Вниз падает. Возможно, один. Да. Ребята, вот я его вижу, могу да, на меня, пробить. Да. Так, по вижу одного попугал. Тоже, по-моему, я его попугал, но иду все равно за вверх. Вот это кто стреляет сейчас? Я иду. А, один еще над тобой, смотри аккуратнее. Да. Выхожу, кто над тобой. Я к вам, да? У меня скорость 400. Я сам за ним потянул, с которого он дам. А, хорошо, давай тогда над тобой. А ты лучше нижнего пробег. Понял. Вот он сейчас у меня разворачивается. Верхний скажешь, если на меня будет. Я к вам с... вас с запада иду. У меня скорость правда. Нижний на тебя тянет, аккуратнее. Тянет? Сейчас он вывесится. Я сейчас достану. Точно стреляют. Так, ребят, верхний. Я стрелял, не отвлекай, Крис. Верхний заход. Верхний, верхний нет, он сваливается, я захожу еще раз. Принял. Вот тебе на тебя заходят танкист. Не, он все мимо прошел, нормально. Танкист заходит на мессера. А на тебя был заход танкист сейчас, но он не полез с тобой. Снова наверх идет. Он тебя бросил. Этот пикирует, он с подвесом. И ты за ним, да? Да. Хорошо. Давай, сверху пойду. Готов. Хорошо. Контроль верхнего, который на инверсии. Но... Пока что? Да. Хорошо. Ребят, высоту набирайте, еще один на 5500. Да. Ты на инверсии, да? Вы да, оба да. На все, да. Иду параллельно слева от вас повыше. Но он аккуратный.
Ругается, типа снайпер. Хорошее ругательство. Обзывается. Так, он на солнце меня вытянул. Сейчас либо разворачивается, либо что, я делаю вид, что правильно. Так, я его вижу. Он пока вроде прямо, но вы далеко, километров 6. Да, да. А у вас какая высота? У нас я ниже. Я ниже набираюсь, но у меня уже 230. Я больше не могу тянуть. Я понял. А, у меня РПО поставил на сотку. Он 214 идет курсом, где-то 215. Он на солнце прям идет. Да, и он у меня, естественно, отрывается. А вы за нами. Я слева, да, слева сзади получается. И ниже. Да, и ниже тебя. Ну нет, даже трассера не долетает. Я просто думал, попугаю. Да. Так, я, значит, что делаю? Я сейчас чуть-чуть. Он вниз пошел. Нет, не пошел вниз. Это я вниз пошел. Я пытаюсь показать, что мне не хватает скорости. Посмотрим, согрится на меня или нет. Он четко на солнце висит, собака, бля. Да, европейская школа, правильно что-то сказал. Вот я ему подставляюсь, как бы, чуть левее его иду и ниже. Упрашиваю. Нет, это так и идет. Упрашиваю атаку. Шифти, а ты передо мной фигачишь? Наверное. Сейчас я ему шесть. Да, вижу. А, да, спускается, да. Спускается, да. Аккуратнее, он вниз пошел. Не, нормально. Да, но мы тут рядом и вырезаем инверсию, он на нас скорее будет смотреть. Да, у меня сейчас скорости. Главное, чтобы он что-то начал делать. Если он будет прямо лететь, нам без вариантов. Так, что у меня топливо делается. Скоро. Доворачивает, вроде бы как бы в мою сторону, так, да? Влево идет. Шифти смотришь его. Да, вроде влево, меня. Влево вниз. Так, единственное, что я сейчас уже не контролю, где мы летим. Мы летим на юг, что, потом на север вернемся. Так, он какие-то зюки начал делать. Разворачивается на восток. Попробую срезать. На тебя, на тебя. На меня вроде. Да, сильный разгон. Оп, хорошо, лоб. Ай-яй. Будто сейчас, у меня пушки делать. Кончились. Но не так, знаю. Он вверх вытягивает, я точно не дотянусь. 350. У меня так пулеметы и очень мало. Угу. Че, попробуем выпрыгнуть за ним, шифти. Я сейчас, по-моему, он развернется опять вниз. Он мне тоже кажется, что он без энергии будет падать, а мы. А хотя нет. Пять европейских школ. Так, а там еще кто-то на инверсии на меня падает сейчас. Это не вы? Значит, нет, человек, нет, мы за ним тянемся. Да, шестьсот много. Еще с одним блоком сейчас буду расходить. Нет, буду уворачиваться. Я не смогу вытянуться в лоб. Пытаюсь просто вернуться. Ой, блин. Лайер, дай огни. Скорости много у него, а у меня мало. Лайер, дай огни. Дал огни. С огнями. Танкист дал огни. Понял. Внимание, рядом. На кого-то понял. Другого пошли. Теперь у меня кто сзади? За вами. У меня Фриц. Кто? Фриц. На меня подключили. Так, днями я. А вот меня. Или это Кристал, блин, он нас. Ёпер СТ, Кристал. Пошли, меня задрали. Нет. Короче, я немца потерял. И я тоже в итоге. Так, парни, есть предложение. Все включаем огни, во-первых. Поддерживаю. Надо шкурку довести. У тебя шкурка. Уходим, да, на хилд. И уходим на хилд. Общий курс. 50-60. Итак, в правом одного с огнями вижу нашего, слева одного вижу с огнями. Так, танкист иду на северо-восток, северо-запад. Наверное, северо-восток. Нет, 50-60 это хил будет. Да. Скорее так, 50. Давайте, курс 50 и сливаемся 1005, наверное. Давайте. Блин. То есть на большой скорости уходим, в пологом пикировании. Можно я останусь наверху? Как хочешь. Потому что такая высота заработана таким трудом. Хотя всего 6 тысяч. Прис, он ушел, садись. На солнце разворачивается. Да. Он на солнце ушел. Он на солнце. Да.
Он сейчас к нам развернется. Давайте в радар. Он уже разворачивается. Давайте это с инверсии хотя бы слезем, не так заметно. Именно. Я что и говорю. И по 4 высоты, если что. 700 километров можно оторваться, он нам ничего не сделает. А, вижу его инверсию на моей высоте. У меня быка нет. Да, я предлагаю ему посол. Ну или вы воюете с кристаллом, если вы на якорь, оба. Да. Давайте он в лоб падает. Видишь, он в лоб идет сейчас? А мы да садимся. А мы садимся же. Ну, короче, мне в лоб идет сейчас, если в лоб сажу. Танкисты там выше на инверсии с огнями, да, держишь? Нет, нет, я ниже, у меня 4000. 3900. Выключаю огни, иду курсом 50. Да, 34 будет, короче. Курс у меня 50, но я не уверен, что это курс на филд, если честно. Я тут поверил. Сейчас сориентируемся. А, вижу тебя, выключаю огни. Кресло, какая высота? Ты за мной или я сейчас влоб, слева сзади? Больше слева сзади. Наблюдаю. У меня там солнце, конечно. Но у меня уже где-то там около 3000. Ну да, у меня 3200. Так, слушай, надо сориентироваться. Что-то мне не нравится, куда он летит. Ну вот впереди, смотри, лес. Бля, это Сталинград уже. Впереди нами Сталинград на час. Мы с тобой над Шконом летаем в радаре. Я уже сориентировался. У нас под левым крылом Школьный. Все, гашу скорость, не посадку. Ну как бы это. Не-не, это не мы. Ты чё, Сталинград, смотри, на час у нас. Или это не знаю. Вот, большой-большой Сталинград на час, а Школьный в Сталинград. На час, на два. Да, вижу. Да, это не мы. Но мы в любом случае пошли к Сталинграду и там на Школьный сядем. Ну согласен, большой ориентир. А ты уверен, что это Сталинград? Что-то я... Ну не может же быть век этот. Да, Сталинград, да, большой. Но это мы еще южнее, мы вообще реально улетели. Это твоя инверсия сейчас вниз пошла шить? Я вниз, да, у меня топливо. А, я тоже вниз. Бессмысленно за этим космонавтом летать. Ну да, ну... Точно. Как это байда вообще, надо перезайти на сервер. Курса нет, ничего нет, радаров нет. Так, я у тебя справа, а нам надо вдоль реки сейчас налево тихонечку забирать. Так, сейчас я тебя найду, да, я на карте. Кристал, клавишу I. Видишь не нажимал? Меня, я. Клавишу I или H, да посмотри. Я H клавиша. Да проверил, я не знаю, что другое. Алло. Ты со мной? Да я херов все вижу, потому что я пилот. Короче, это, с которым мы летали, похоже, это. Видишь меня, да, ведь? Да-да-да-да, сейчас. Да. Ну, все, да, разглядеть. Пристраивайся ко мне, сейчас уже все понятно. Ты меня видишь, Шифр? Да офигеть, мы с юга еще прилетели, что ли? Угу. С юга прилетели, синий с юга. То есть мы с тобой в Бикетов прилетели на самом деле. И сейчас взяли налево наш конь. Вот в радар я влетел, сейчас ты вылетишь. Есть. Так, а Карповку 4 немца пришло с троем, судя по всему, штурмы. Короче, я перезагнул на сервер, потому что у меня ни курса, ничего нет.
Я понял, что на запад лечу, но куда именно? Кристо, мы в радаре Карповки. Мы в радаре, да? И еще 4 фрица. Да, у меня пилот еще какой битый. Я хера за... А ты пятеро на западе, юг, северо-западе еще один. Вызди, народ зашел тихо. ЛВС. Отходите к школьному, да и все. На скорость. Там, скорее всего, юнкерсы, смотрите, может, не получится что пострелять. Да и больно много там. А наши израненные. Может быть, и юнкерсы. А вот на полоса, все-таки вдалеке. Да, ну. А тут наши двое что-то кругами летают, я не понимаю, что они тут делают давно. Они же собираются и выбор, что ли. Сколько будут собираться, они что-то давно летают. Вроде истребители. Тренировка. А эти куда-то дальше пошли. Они на станцию пошли, шифте. Да-да-да, я говорю, они пошли бомбить. Это 100% штуки с 500. Да, они прилетели где-то на 3000. Не в этих самых зенит. Я по-быстрому сяду, а то у меня сухие бакеры. Садитесь, конечно, все садимся. Так я скажу. Я тебя не вижу, я. А я на посадку уже. Давай, я ножки. Чтобы я на тебя ножки, не. А ножки дал. Чтобы на тебя не присел. Ложусь на. А. А, нет, это эти двое летают, да? Меня пугают. А, вижу тебя, ёб. Нормально? Сажусь? Да-да-да-да, все. Я думал, ты выше, боялся. Сука, отсчитали. Посадка? Да. Призойду пока. Блин, скорости много. Так, ну я сел, убираюсь с этой. О. Так, дальнобойки. Ух ты, бомбят. Ты что не, за хрень? Не, это не бомбят, это сталинградский филд, это антураж. Не парься. Он не дамажит. Всегда эти взрывы. Так, 6 строений, 1 единичка. Теперь вроде что-то крупное. Антураж. Так, Карповку прям сильно. Так, у меня 2 строения, 1 зенитка и 1 самолетик.